Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ура, приехали. Вам немножко. Оператор НТР Евгений Лазаев вместе с сотрудниками нашего медиахолдинга несет бездомным животным гостинцы. В пакете все то, что необходимо собакам и кошкам каждый день. Вот да, таких на один раз. По три штуки на раз уходит. Вот таких вот по четыре штуки уходит у нас на раз. Идея появилась после того, как мы приехали снимать сюжет про приют. То есть я как оператор сюда приехал. Ну и когда увидел это количество собак, то есть щенят, собак, ну, проникся очень. Захотелось тоже помочь, то есть, в принципе, помочь-то может каждый. Помощь необходима почти 25 собакам и щенкам, а также 60 кошкам. Именно столько бездомных сейчас содержится в мини-приюте «Бездомыши НК». Руководит им Лилия Шаяхметова. Она вместе с волонтерами окружает бездомных заботой и находит им новый дом. Очень много своих домашних просят забрать их в приют. Но мы этого не делаем, мы домашних не забираем. У нас же для бездомных. В помощи больше нуждаются кошки. Им нужен вольер. Сейчас они живут на втором этаже дачного домика. 57 пушистиков пока только наблюдают, как выгуливают их сородича, слепого кота по кличке Осирис. Вот каркас будущего кошачьего домика у нас, теплого зимнего. Вот, внутри будут зимние будки. Одна на другой становится. Вот песочница тоже, вот, место под песочницу на зимнее время. Вот, хотелось бы уже летом все это доделать и территорию огородить, чтобы кошки гуляли, как говорится, на свежем воздухе. Мы сильно нуждаемся в строительных материалах, чтобы достроить кошачий вот вольер наконец-то и пересадить туда кошек. Также для щенков нужны вольеры, будки, ну вот строительные материалы и кто будет это делать. Если у вас появилось желание помочь этим питомцам, звоните по номеру, указанному на экране. Рушния Сибатова, Рафаэль Аракипов, новости НТР.